Я люблю заходить в свой дом, особенно если я какое-то время отсутствовала. Я чувствую, что я зашла в живой дом. То есть есть кому встретить, радоваться, однако, обнимашки. Коллективное приготовление очень мне нравится, когда мы особенно делаем чебуреки. Раньше долгий период времени я это не делала, потому что когда было маленьких много детей, то есть я не успевала, мне казалось, это не хватает, это долго. И как-то однажды я решила, ну все-таки я им сделаю. А оказалось, это так легко, потому что они подросли, у них стал интерес к приготовлению. Они после этого очень часто стали сами готовить, и эти чебуреки сами по себе делались. Катаемся на санках. Хочу много детей, чтобы им тоже было все вместе, чтобы они гуляли дружно. С ними интересно. Можно со старшими, с младшими братьями ходить куда-то там на прогулку или гулять. Или когда там играют за компьютером, мы что-то с сестрой тоже играем.